Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы рассказать вам еще об одной новинке в мире ногтевой моды. Ультрасовременное цветное покрытие 5 в одном. Это база, цвет, блеск, стойкость и уход в одном флакончике перманентного лака One Nutri Nail. Уникальное средство не требует нанесения базы и финиша. Под действием либо ультрафиолетовых, либо LED-лучей превращается в стойкую эластичную пленку, которая придает ногтям твердость и гибкость. 3 недели невероятного глянцевого цвета и блеска. Как я уже сказала, процедура очень простая и состоит из нескольких этапов. Шаг первый – дезинфекция кожи рук. Наносите, распыляя средство на свои ручки, руки клиента. Затем отодвигаете кутикулу при помощи пушера, либо апельсиновой палочки. Можно сделать классический обрезной маникюр. Следующий этап. Слегка шлифуем поверхность ногтевой пластины при помощи шлифовочной пилки Вафа для натуральных ногтей абразивностью примерно 220-280 единиц. Убираем остатки запила и препаратов при помощи дезинфектора для ногтей. Небольшое количество нанести на спонж и тщательно обработать ноготочек и кожу вокруг него. Далее выбираете цвет. Очень удобно, на флакончике сверху указан используемый оттенок. С обратной стороны на дне написано англоязычное название цвета. Я сегодня использую цвет Аврора, классический красный. Отжимаю тщательно кисть о край флакончика. Кисточка достаточно большая, удобная. Обратите внимание, на кисти я не оставляю практически ни капельки гель-лака. И наношу на поверхность ногтя, тщательно распределяя достаточно тонким слоем. После нанесения первого слоя полимеризуем его в LED-лампе в течение 30 секунд. После полимеризации наносим второй слой цвета. Очень хорошо ложится, очень ровненько. Перекрывает все недостатки первого цвета. И его также необходимо заполимеризовать в течение 30 секунд в LED-лампе. После полимеризации убираем дисперсионный липкий слой при помощи спонжика со средством для снятия липкого слоя, либо дезинфектора для ногтей. И наносим масло на кожу вокруг ногтя и само покрытие. Все, наш маникюрчик готов. Снять покрытие можно очень легко. Для этого вам понадобятся спонжики, фольга и жидкость для снятия акрила и гель-лака. Смачиваете спонжик жидкостью хорошенечко, кладете на покрытие и заматываете фольгой, так оставляете на 10-15 минут. Через 10-15 минут снимаем фольгу вместе со спонжиком и остатки гель-лака аккуратно убираем апельсиновой палочкой от кутикулы по росту ногтя к свободному краю. Итак, Runail One является уникальным. Впервые один препарат совмещает в себе свойства базового, цветного и завершающего покрытия. One легко наносится из флакончика с кисточкой, как обычный лак для ногтей. One обладает стойкостью геля, не скалывается, не стирается, оставаясь безупречным 2-3 недели. One обеспечивает качественное покрытие, плотный насыщенный цвет без разводов и стойкий блеск.
Хван является гипоаллергенным и безопасным. Он также укрепляет, защищает ослабленные ногти, обеспечивает тонкое покрытие и естественный вид ногтей. Очень легко и быстро снимается методом растворения. Он экономит время. Процедура покрытия ногтей Swan составляет всего 10 минут. Он также экономит средства. Вместо нескольких препаратов вам понадобится всего один флакончик перманентного лака Swan. Добавим к этому доступную цену, и себестоимость процедуры уменьшается в несколько раз. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!